Российский инвестиционный форум в этом году пройдет в Сочи 15 и 16 февраля. В нашей стране это одна из трех основных площадок для презентации экономического потенциала края и любого муниципалитета. И этим надо пользоваться, говорит губернатор. Это уникальная возможность сегодня. Не просто встретить форум, не просто разместить гостей и сделать культурную программу, да и вообще пребывание на высоком уровне. Мы должны первыми получить дивиденд от того, что экономический форум российский инвестиционный проходит в Сочи. Анапа намерена презентовать на инвестиционном форуме 5 проектов на общую сумму 6,5 миллиардов рублей. Глава Анапы критично отнесся к ряду сформированных инвест-предложений. По мнению Юрия Полякова, надо реальнее оценивать перспективу развития того или иного округа, планировать строительство торговых, развлекательных и курортных объектов там, где они действительно будут востребованы. Суко, Гастагаевская, Анапская. Вот там надо, наверное, думать, искать, так как я говорил, пятна застройки. Анжела Олеговна говорила, там нужны будут школы, садики, мы там придем к тому. Именно реальные проекты, которые будут работать и задействованы будут. Добросовестного исполнения должностных обязанностей глава Анапы требует в вопросе освоения средств по федеральным и краевым программам. Эта тема также обсуждалась на губернаторской планерке. С начала года этот вопрос надо взять на контроль. Четко знать, когда выйдет, не затягивать, деньги пока подойдут завтра, послезавтра, уже все должно быть готово для того, чтобы, грубо говоря, завтра объявить. У нас же все не так, у нас ждем денег, получили деньги, месяц готовим информацию. Да мы сами знаем, что нам надо делать и что делать, документы должны быть готовы. Деньги пришли, объявили торги. Особенно это касается проектов в сфере образования, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.